Здравствуйте! Сегодня хочу познакомить вас с необычными часами. Часами, созданными специально для футбольных болельщиков. А начать предлагаю с небольшого квеста. Посмотрите на циферблат и попробуйте угадать, какие функции заложены в эту модель. Кстати, у меня сегодня будет еще одна загадка с призом, но о ней попозже. Часы и футбол – вещи почти несовместимые. Это в Формуле 1 или в хоккее важно время, важна точность. К 45 минутам матча арбитр может добавить столько дополнительных минут, сколько сочтет нужно. Поэтому большого смысла засекать время в футболе или выпускать какие-либо специальные модели по большому счету нет. Как правило, производители просто навешивают на регулярные модели много-много разной символики. Так было, пока не появилась вот эта модель – часы Frank Villa. Это, пожалуй, первые действительно футбольные механические часы. Помните мой первый вопрос? Какие функции заложены в этой модели? Первый ответ – она показывает часы и минуты. Скажу честно, смотреть время по этим часам не слишком удобно. Дизайн почти всех моделей Frank Villa основан на восьмерке. И здесь циферблат со временем суток расположен в ее нижней, маленькой части. В верхней же – одинокая стрелка с явно ретроградной индикацией. Пару слов о бренде Frank Villa. Он был создан испанским дизайнером Франческо Виллой в 2004 году. Несколько лет назад марка сменила владельца, и сейчас она принадлежит Женевской промышленной группе, которая производит корпуса, циферблаты и даже механизмы для многих знаменитых компаний. Рассказ про ее фабрики еще появится на нашем канале. Благодаря ей Frank Villa может похвастать как собственными корпусами, так и собственными механизмами. Догадались, что показывает эта стрелка? Да, время тайма. Шкала размечена до 60 минут, причем разными цветами. Осталось разобраться, как работают эти часы, как ими управлять. Четыре окошка ниже показывают текущую часть игры. Первый тайм, перерыв, второй тайм, окончание игры. Головка модели состоит из двух частей. Внешняя часть позволяет завести механизм, а в выдвинутом положении установить время на нижнем циферблате. А встроенная кнопка переключает режимы футбольного таймера и запускает отсчет. Если вы подумали, что секторная стрелка – это обычный ретроградный указатель, вы ошиблись. Она работает в соответствии с логикой футбольного матча. Обычное положение – стоп-игра, когда красным отмечено четвертое окно. Стрелка в этом состоянии стоит на нулевой отметке. Нажатие на кнопку переключит индикатор на первый тайм, и стрелка начинает отсчет времени. Сперва она отмечает 45 минут основного времени, затем движется по красной части шкалы еще 15 минут. Но дойдя до конца, она не возвращается к нулю, как во всех ретроградах, а просто останавливается. Если в режиме первый тайм нажать на кнопку еще раз, красный индикатор отметит второе окно – перерыв. В этом состоянии стрелка не движется, стоит на нулевой отметке. Следующее нажатие – загорится окно второй тайм, и стрелка опять начнет отсчет с нуля до 60 минут. Такого мудреного устройства я еще не видел. Думаю, оно вполне заслуживает того, чтобы поставить лайк. Интересно, что данная модель швейцарско-российская. Она была создана по заказу российской компании Richtime. Ее основатели Гевонт Манукян и Жак Бакура говорят, что еще 25 лет назад задумали сделать специальные футбольные часы. Осуществить мечту удалось вместе с компанией Frank Villa. В итоге футбольная модель доступна только в России. И более того, в одном единственном месте – в бутике Richtime в торговом центре «Смоленский пассаж». Подтверждением особой серии служит логотип Richtime на стекле задней крышки. Размер корпуса 42,5 на 50 мм. Как и все модели Frank Villa, корпус изогнут по форме запястья. Основной материал – сталь. Рант выполнен из карбона. Часы прилично весят, но в целом сидят на руке вполне комфортно. Комфортно и управлять ими. Механизм заводится мягко, головка выдвигается очень легко. Уловить ее положение непросто, но стрелки схватываются совершенно четко. Никакого дискомфорта не возникает. В начале ролика я обещал еще одну загадку. Напишите в комментариях, что за надпись скрывается в нижней части крышки. Одному из угадавших достанется приз от журнала «Мои часы». И подписывайтесь на MyWatch.ru, чтобы увидеть еще больше интересного из мира красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч!